Партнер программы «Прогноз погоды» – современная медицинская клиника. Многопрофильный медицинский центр «Современная медицинская клиника». От диагностики и постановки диагноза до комплексного лечения. Анализы, УЗИ, приемы врачей, гинекология, онкология, лечение зубов и протезирование. Действуют скидки для пенсионеров, инвалидов и членов профсоюзных организаций. Записывайтесь по телефону 30350. И о погоде. По данным синоптиков, завтра, 31 мая, в Печоре ожидается переменная облачность. Ночью временами небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха сегодня ночью будет +1,3, а завтра днем 8-10 градусов выше нуля.